Благородство. Выставка начинающего дагестанского художника Ясера Мирзоева откроется в Новосибирске. Старший лейтенант Росгвардии представил на суд зрителей 28 живописных работ. На его картинах изображены этнические узоры, пейзажи горного края, Каспийское море, Дербентский гранат и многое другое. Как заявил сам автор, его полотна выражают любовь к родине и народу Дагестана. Выставка картин откроется 21 февраля в Доме культуры имени Октябрьской революции и продлится до 14 марта.